В рукаве платья великой княгини Ксении Александровны, сестры последнего российского императора Николая II, художники-реставраторы обнаружили конфету начала 20 века. Однажды Эрмитаж открыл широкой публике доступ к коллекции русского костюма и исторических нарядов в русском стиле. Гордостью музейного собрания считаются роскошные одежды участников знаменитого костюмированного бала 1903 года в Зимнем дворце. Об этом у меня есть короткий ролик на канале. Один из нарядов принадлежал великой княгине Ксении Александровне. Готовя платье к выставке, музейные специалисты совершили удивительную находку. В одном из рукавов платья Ксении Александровны был найден небольшой предмет розового цвета неправильной формы. Это была конфета, помадка. По мнению специалистов, Ксения Александровна надкусила конфету во время бала 1903 года. Она не смогла оставить ее в подходящем месте, поэтому спрятала в рукав.